Дружище, привет! Меня зовут Олег. Для тех, кто первый раз смотрит мои видео, на мой канал не подписаны, только попали там из поиска или еще откуда-то. Меня зовут Олег. Я больше 10 лет зарабатываю в интернете. Я создатель Crypto Leaders Club, где обучаем и новичков, и ребят уже с опытом заработку в интернете. Даже не просто заработку, а построению команд, получению пассивного дохода, именно выстраивание, по сути, такой антипенсии. У нас есть такой проект, такое ответвление в нашем клубе, называется «Антизарплата 2.0», где мы обучаем именно получать антизарплату настоящую. Всех есть зарплата, там, ну, кто, естественно, работает, кто, ну, к сожалению, не сильно там весело, да, большинство сейчас теряет зарплату, теряет работу, этот коронавирус подкосил там, по одним сведениям, там 70% там, вообще предприятий, там, фирм, организаций каких-то там. Короче, всем досталось, если так уже так смотреть серьезно. Ну, у меня, например, знакомые, которые не хотели никогда зарабатывать в интернете. Вообще, для них заработок в интернете – это пирамиды, это там лохотроны. Но когда они увидели, что, по сути, сейчас уже зарабатывать в обычном офлайне проблематично, они начали искать возможность зарабатывать. И все больше и больше начали разбираться и понимают, что на самом деле пирамиды, лохотроны и хайпы – это, по сути, большинство офлайн-работ. Да, дружище, я думаю, может, ты никогда не думал с такой точки зрения. Ну, посмотри, что такое пирамида? Пирамида – это когда наверху там сидит какой-то, наверху этой пирамиды сидит какой-то дядька или там несколько дядек, а может быть, даже и тетек там сидит. Ну, не суть важно. Короче, группа лиц сидит, и они забирают большую часть денег, которые зарабатывают внизу, там, так называемые, да, люди, которые раньше там в Древнем Риме назывались там рабами. Сейчас это называют, люди называют там, да, работниками там или еще как-то. Но ничего, по сути, не поменялось. Дружище, вот вдумайся, да, есть коллектив, там, ты ходишь на работу, например, я тоже там 10 лет назад ходил на работу, я тоже там зарабатывал, отдавал 90% зарплаты наверх. Мне еще там рассказывали, что там деньги задерживали, там зарплату уменьшали постоянно, пока я не плюнул. Я там тоже, так же, наверное, как и большинство из вас, друзья, там на трех работах работал, там пытался копить деньги, потом на все на, плюнул на эту хрень, понял, как мне лапшу на уши вешают, и начал возможность искать в интернете заработка. Я перепробовал, наверное, за эти 10 лет вообще практически все. Все эти лохотроны, пирамиды тоже, которые присутствуют в интернете. И по концовке я пришел к тому, что нормально уже зарабатываю. Для тех, кто не видел, опять же показывают вот проект Artery, который мы сейчас развиваем, на основе которого мы учим новичков и людей с опытом уже зарабатывать нормально и выстраивать именно. Тут 4 вида пассивного дохода. Можно зарабатывать на телефоне, можно зарабатывать вообще там, антипенсию получать, свой пассивный доход первый сразу же через сутки, дружище, вдумайся. Плюс есть помощь от нашей команды, обучение от нашей команды. Мы всех активных новичков, которые обучаются в нашей команде, мы им помогаем. Мы, ну, здесь, естественно, есть реферальная программа, так называемая, на 10 уровней целая. Можно от выстраивания команды получать вознаграждение с каждого человека. Опять же, там смотрим, да, сколько там прилетает постоянно. Вот тут каждую минуту, каждый там по несколько раз в минуту. Здесь вознаграждения именно показаны от команды. Там, ну, умножаем все на 50, это где-то вот прилетело, там даже 56, по-моему, 57. Постоянно растет курс, кстати. Смотрите, сколько я заработал для тех, кто еще не видел. 1 677 000. И смотрите, в чем здесь именно прелесть данного проекта. Здесь можно делегировать эти монеты и зарабатывать на пассивный доход, который каждый день приходит, до 30% в месяц можно зарабатывать. Этому мы как раз и учим, чтобы люди приходили, потому что, ну, дружище, смотри, мне как бы, ну, уже, знаю, больно стало смотреть, вот я просто так послушал как-то там новости, там, я не смотрю телевизор, ну, так бывает, там, мельком посмотрел и задумался, почему на Западе люди, например, те же пенсионеры выходят на пенсию, даже не на пенсию, там с 30-40 лет люди просто путешествуют на то, что у них есть пассивный доход. Потому что их с детства учат финансовой грамотности, учат инвестировать, учат зарабатывать и выстраивать себе пассивный доход. А почему у нас этого нет? Почему у нас в школе не учат? Мы с нашей командой решили сделать, так сказать, такое доброе дело и обучать людей
тому, чтобы они выстраивали себе пассивный доход. И себе, и своим детям, своим там родителям, своим, я не знаю, там, там мужьям, женам. У нас есть такие результаты. Девочки, которые мужья плевались, не верили в то, что в интернете можно заработать. Они, когда увидели, сколько зарабатывает их жены, ну вот смотрим, например, да, вот результаты нашей команды, кстати, вы можете посмотреть в чате, в Телеграме, тут все, тут, ну, от реальных людей, вы можете с ними связаться, пообщаться. Здесь все посмотрите, увидите, как вот, ну, человек дошел за несколько месяцев до 1500, даже больше в день. Доход. То есть посчитайте, больше 45 тысяч, то есть где-то под 50 тысяч рублей в месяц просто идет, уже капает, так сказать, пассивный доход. И здесь таких историй очень много. Здесь есть люди, там, ну, вот покажут, и как прилетает с одного из видов пассивных доходов. Здесь там 10 тысяч там, прилетело там, за это в день. В общем, тут можно 100 тысяч человек заработал, просто там войдя, опять же, вот здесь iPhone получила девочка, здесь тоже. В общем, смотрите, ребята, не буду затягивать долго. Те, кто, ну, у кого конкретная уже проблема, кто реально хочет зарабатывать в интернете, вообще без разницы, в интернете, не в интернете, кто реально хочет зарабатывать, кто реально хочет получать пассивные доходы, ссылка будет под видео, там, ну, пишите мне в личку в Телеграме. В Телеграме я отвечаю. Начнем зарабатывать, начнем выстраивать вам команду. Опять же, я напоминаю, мы не ставим под себя первую линию. Мы помогаем новичкам и людям, которые активно развиваются, и те, которые там приходят, лидеры с командой, выстраивать им команду и получать пассивный доход. Мы хотим, чтобы как можно больше людей в нашей стране становились более финансово грамотными, и чтобы не было стыдно, когда приезжаешь на курорт, например, там, да, я часто там, я летаю на параплане, я там езжу в Непал, в другие страны, и я вижу, мне просто обидно, потому что куча людей, иностранцев, русских очень мало. Хотелось бы видеть наших людей, которые бы могли спокойно путешествовать и вообще даже не задуматься о том, что им нужно на работу. Почему-то во всем мире это принято, потому что их с детства, так называемых, с крови, как, с молоком матери обучают этому инвестированию и созданию пассивного дохода. У нас этой культуры нет. Ребята, мы все изменили, мы запустили новое такое движение. Будем обучать, у нас план к концу года, ну, я не знаю, там минимум 10 тысяч человек, выстроить им пассивный доход, обучить их, чтобы они дальше уже развивали это направление, чтобы у нас как можно больше страна там стала людей богатых, независимых, умных, финансово умных, финансово грамотных, в которых есть возможность просто путешествовать, просто заниматься развитием и развивать эту идею дальше, чтобы, ну, опять же, из низов всегда, вы сами понимаете, что те, кто наверху, им там особо, у них там свои проблемы, куда деть деньги, которые они не знают, куда деть. Ну, мы не будем про это вообще, даже не хочется даже вспоминать. Если, дружище, если мы сами не возьмемся, не объединимся, не начнем помогать друг другу, делиться знаниями и опытами, то у кого что есть, соберемся вместе, вместе мы сила, опять же, тогда, если мы это не сделаем, мы просто, ну, мы превратимся в какой-то, мы деградируем, и опять же, все, во всем будем виноваты только мы. Дружище, если ты уже проникся этим, эта идея, и у тебя есть желание зарабатывать нормальные деньги, под видео будет ссылка на мой профиль. Телеграм, пиши, хочу зарабатывать, дам всю информацию, добавлю в чат нашей команды, и начнем зарабатывать уже, строить твой пассивный доход. Ребята, кому понравилось данное видео, кому вообще понравилась идея начать зарабатывать, именно выстраивать себе пассивный доход и обучаться заработку в интернете, ставьте лайк, напишите комментарий и переходите по ссылке, пишите, и начнем зарабатывать.